Всем привет! Перед вами в разобранном виде Bluetooth колонка DJ. Значит, вот так вот выглядит плата у самой колонки. Значит, тут у нас USB гнездо. Здесь у нас тоже USB флешку сюда можно вставлять. И здесь у нас AUX и кнопочки управления. Вот так вот, значит, включается данная колонка на эту кнопочку. Звук издает. Вот она сейчас подключилась к моему смартфону автоматически. Здесь вот у нас антенна. No battery, please charge. Да, батарея разряжена. Давайте отключим ее. Вот здесь вот у нас радиоприемник. Видите, антенка. Либо она еще Bluetooth антенка. Также вот стоит здесь микрофон. Так что через колонку можно разговаривать. Ну и тут же также выполнен усилитель. В общем, на нескольких микросхемах. И сами динамики у нас вот такие динамики. 4 Ома, 8 Ватт. Или ТГ-503. В общем, такие вот динамики. 2 штуки. Ну и сама колонка у нас, значит, вот я раскрутил. Вот столько вот там вот болтов в ней. Куча болтов она тут у нас... так вот собрана и была скручена, и еще вот такой вот материи защищена, вот такой вот материи. В общем, по краям была там проклеена немножко, я ее так снял. И вот эту снимаете, уже у вас появляется доступ к этим всем болтикам. Ну и давайте сейчас мы ее соберем. Не знаю, процесс этот надо показывать, нет, сейчас я вам просто покажу нюансы в сборке данной колонки. Все вот она собралась. И вот здесь вот у нас центральный болт. Нужна отверточка у нас подлиннее, то есть вот примерно вот такой длины, чтобы закрутить. Она вот там до конца, как видим, проваливается, эта отвертка. Вот. Ну и все. Там дальше уже вот эти все болты с одной стороны не все находятся, их скручиваем, и потом уже вот здесь вот устанавливаем вот эти штуки резиновые и уже прикручиваем вот эту вот штуку, прикручиваем. Также там они вот так вот, такие еще кольца вот здесь вот для сборки собираются, придавливается эта штука, и все это дело собирается. В общем, сейчас я все это дело соберу. Соберем мы эту штуку. Так, у нас тут болты двух видов. Одни вот такие длинные, другие покороче. И длинные болтики, это уже у нас там через ножки прикручиваются. Там снизу вот такие ножки. И вот этот отклеиваем скотч. И вот здесь у нас такое, как резина. Резиновые прокладки. Здесь тоже у нас ножки эти прикручиваются, тоже они держатся там. У нас вот с этого снизу вот они вот здесь вот у нас вот так вот они прикручиваются. Ну все, сейчас будем собирать данную колоночку в обратном порядке. Что у нас здесь мощные болты. Мы сейчас закрутим. Так, у нас там что-то там шевелится. А, да, я там аккумулятор не показал. Ну да, посередине там был аккумулятор. В принципе, его можно усилить. Там из двух элементов состоит. Можно их больше сделать. Так, ну давайте закрутим. Закрутился. Теперь она уже у нас как монолитная стала практически. Вот. И еще у нас там будет еще сверху у нас вот такая вот штука прикручиваться вот сюда вот. Но это уже когда надеем материал. Тут у нас все кнопки, и тоже они тут у нас прикручены, она вот через эту штуку у нас раз-два болта. И вот здесь вот уже под этой спрятаны 4 еще болтика. Вот это вот у нас крышечка прикрутится. Так, давайте
подтянем. Так, ну я думаю, весь процесс сборки будет неинтересно. В общем, это уже оконцовочную я уже как соберу, сниму вам видео. Все закрутил я все болты на данной колонке. Вот, как видим, тоже все закрутил, кучу болтов. И сейчас уже осталось вот эту штучку одеть на колонку. Ну все, колоночка собрана. Все, давайте включаем ее. Все. Bluetooth mode. Колонка рабочая, работает. Все четко, теперь ее можно слушать. В общем, все. No battery. Please charge. И сейчас мы ее будем заряжать. В общем, не стал ничего проклеивать, она и так все прижалась нормально, более-менее, никуда она не денется. Тут она сверху у нас болтами закреплена, как бы все нормально. Ну все, вот отремонтировали колоночку. Всем удачи, до новых встреч, новых видео.